Всего аэропорт Анапы, согласно летнему расписанию, будет обслуживать до 47 направлений. 6 из них новые. Это Барнаул, Иркутск, Калининград, Калуга, Кемерово, Курск и Тамбов. В новом режиме воздушные ворота курорта будут работать до 28 октября. Кроме того, аэропорт вводит в эксплуатацию новый терминал площадью почти 12 тысяч квадратных метров. Пропускная способность составит 600 человек в час, а пиковая – 1100. Это соответствует максимальной нагрузке в горячий сезон. Напомним, Анапский аэропорт в начале года стал лауреатом премии «Международный аэропорт с пассажиропотоком до 2 миллионов человек в год», а по итогам работы в 2016 году получил награду третьей национальной премии «Воздушные ворота России».